Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш, подписывайтесь, ребятки, и участвуйте. Также там есть треки, которых нет на ютубе. Ребятки, слушаем 16:30 группу. Мне эта группа очень нравится. Мальчик это нравится, 16:30. Во-первых, у него такие кудряшки красивые. Не такие вот, как такие вот пышные, а именно такие упругие кудряшки. Как это достигается, как это делать, ребятки? Ну, мальчик очень симпатичный, хороший исполнитель. Мой о, плачет, его шлюха шлет мне текст месседж. Слушать его биф, это как будто звук месседж. Вокруг меня всегда много плохих девочек. В школе звуки мне всегда... Ну, голос, конечно, да? Ребят, вы слышите? Звонкий, чистый, хорошо поет, ребятки. Ну, хорошо, прям уверенно поет, да? Нормально, нравится мне, ребятки, да? Ну, о чем поют? О девочках поют, ребятки. Девочки разные окружают вас, исполнители, потому что вы красивые, вы успешные, а девочки все тянутся к успешным. Они, ребятки, хотят баленси. Да, они хотят баленси, ребятки. Поэтому не обижайтесь. Вы сами выбираете таких, какие вам не нужны. Да, сосали под лестницей. Ох, молодцы! Где же дорогой ремень? О, зайка, ты одет как бич, одет как и... Девчонки, вот видите? Плохих девчонок они заставляют такими делами заниматься. Хороший не будет это делать, ребятки. На ус мотайте! Бень, бро. В рюкзаке кирпич толкнул за день, бро. Серверу юных, но я не сеньор. Покупаю твой стринг, Виктория Секрет. Дорого. Продавщица меня палит, типа что забыл. Извините, я... Очень красивый парфюм, ребятки, шикарный. Я беру это своим кобылкам. Дыркам. Одну еду, да, сейчас, а с другой утром было. Раньше были тёк, сейчас кобылки, ребят. Личные не знают, как делать кэш. Ты, крыса, положу на пол, и ты съешь. У меня целый шкаф шмоток, это дизайна джип. У меня 1000 баров, а ты ебёшь мозги. Достал лилу, и ты бежишь, как Рич Дэд Кит. Твоя сука, ты доска, я делаю кик-флип. Таких, как ты, мало, но вымирающий вид. Редко боятся, но ты главное, как заставки вид. Я читаю даже в тишине, мне не нужен бит. На моем чате красный лазер, да я будто сит. Номер привязан к веру, закидывай, хочешь фит? Это дерьмо дается фит. Они хотят со мной фотку, но я прикурен жестко. Трилпил с бузом, похож на русского боска. Сучки могут, как будто я взял на них босса. Сегодня вырубил бейсбол, это большой тотал. Что ты взял курнуть на вечер, мой малой толкал. Так выпустился, не познакомился толком. Провожу на кухне больше времени, чем повар. Ребятки, вот что скажу. Во-первых, он немножко нехорошо говорит о своих друзьях. Не друзья, вот тоже исполнители. Ну, Лил Кристалл сказал там что-то. Я только-то не поняла, но, по-моему, ему что-то нехорошее сказал. По-моему, он про Трилпил что-то сказал. Да, да. И, ребят, ну... Ну, я не думаю, что что-то плохое. Нет, ну и девочек оскорбляет немножко, ребят, да. Ну, не надо так, ребят. Не как это не надо? Пусть. Ну, все равно. Тогда, извини, трек будет неинтересный без этого. Ну, ладно. Это просто трек. Чего должен петь? Ты такой цветочек, что ли, ангелочек? Да. Нет, ну, пусть поет нормально. Он, нет, он поет, может, действительно про таких бесстыжих, мы да? же хотим слышать интересный трек. Ну, да, 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 да. Ну, хорошо, я согласна с тобой. На-н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 а-
и я не растерял. И моим ногам я не было ни одной суки, которую я не ебал. И меня не добить ни в одной базе, двигают так, как нелегал. Конкурировать с нами это не Мадрид, то есть нереал. Это не реал, они тут, оказывается, Будда и Трилпил с ним вместе поют. Трое здесь. Лучше я великан, ты бы не знаешь, где я обитал. Заебала, сука, я ее поменял. Дую, как сильный ветер, ураган. Ты насекомая, ты таракан. И каждый из тех, кто еще рядом, если бы не рэп, мутили бы криминал. Все мои люди ублюдки, и у них нет монет. Твой гейнг, шайка, пробоев, у вас нет монет. У меня парфюм стоит 150 бачей. А твоя тёлка не твоя, всегда была ничей. Тёлка ничья, он поет, но ошибается она, его. А, о, у, а, а. Так, ребятки, что скажу? Во-первых, трек. Вот музыка мне очень понравилась, ребятки. Трек не такой вот, как сказать, без, не трешовый трек, да? Хороший. Слушать его, ребят, приятно, да? Это, конечно, там есть такие предложения, которые немножко, я вот там говорю, что там девочки немножко там плохо проникнут. Но, ребятки, это трек. Это, ребятки, их видение. Они поют про плохих девочек. Хорошие девочки они, конечно, они есть хорошие, да, ребятки? Но есть такие девочки, которые, ну, что, ребятки, я скажу, вы знаете. Они о них поют. О своих друзьях поют, ребятки. О рэперах.
ну вот всю рассказ о своей жизни. Кого они осуждают, кого они любят, чем они занимаются, как они деньги зарабатывают. Ребят, это молодые, это молодежь, ребят. И я принимаю это, ребят. С удовольствием послушаю. Как должное, да? Да, ну это, правда же это так, да. Ну это так, действительно. Ну вот, ребят, ребята мне понравились, хорошо поют. Видите, исполнители, я их знаю. С удовольствием послушала. И, кстати, парфюм Victoria's Secret очень классный, девочки и мальчики. Мне очень нравится. Ну, правда, нравится, ребят. Ну, что еще скажу? Мне все понравилось. Ребята, привет. Так, ну что, друзья, пока.